Салют, дорогие друзья, продолжение следует. Это у нас вторичка. Рождественская набережная. Потолок, обратите внимание, весь зачищен от бабушки. Сделана наша прекрасная, превосходная, двухуровневая, качественная, эстетичная электрика. Вот такой вот порядок везде наведен, посмотрите. Стены в идеал отштукатурены. Стяжка залита в идеал вся. Окна заменены. Вот такие красивые окошки. Там у нас, блин, не увидите, ну чуть-чуть видно. Это Кубань. Уже стало темно, и мы не покажем. Радиаторы заменили, от бабушки выкинули. Подоконнички у нас тоже заменены и заклеены. Вот так вот идем. Здесь мы объединили балкон с комнаткой или с кухней. Может быть, это даже кухня. Да, это кухня. Вот вен каналчик пошел. Раковинка для мастеров. Вот такой вот крутой радиатор сделан. Балкон сейчас весь будет утепляться вверх-вниз, чтобы было тепло. Так, здесь у нас ванная. Сделана уже сантехника вся. Распаяна. Фильтра грубой очистки воды, чтобы ваши смесители, краны и машинка не были загажены. Для мастеров стульчики, стольчик. Наш дизайн-проектник. Ну, давайте покажу с Игорем Сергеевичем. Стоим на Розе Хутор. Летом еще. Давайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Какие нежные тона, нежно-розовые. Посмотрите, что дизайнеры творят, а? Вообще красота. Прям вот розовый, нежно-розовый. Это ж как великолепно, какой вкус, да? Книжка «Быть боссом» наша лежит. Светильнички. Ой-ой-ой, деревянные вставочки. Цветочки натуральные, красивые диванчики. Штаны лежат. Кто-то скинул груз. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, какая спальня. Радиатор. Вот он. Там балкон. Вон. И вот тут вот спальня. Мы сейчас как раз находимся вот тут. Вот посмотрите. Вообще кайф. Вот. Вот так вот оно будет. Здесь шкафчик. Обратите внимание, вот как раз стенка выстроена. Блин, какой кайф, да? Вот вам ремонт по дизайн-проекту. Когда люди сделали, а дальше мы сами разбираемся. Вот он шкафчик. Стенка выстроена. Вот она, вон розеточка, выключатель. Вот стенка. И рельсы пойдут. Посмотрите. А так без дизайн-проекта что бы было бы? Порно было бы, порнографическое. Вот телевизор, розеточки под него. Там балкончик. Сейчас там шкафчик для мастеров стоит. Вот это ремонт, я понимаю. Полочки, вот уже вид с балкончика. Там, вот, видите, вон дверка. Вот это кайфово, конечно. Свет выключен, приглушен. Музычка Фрэнка Синатра играет. Танцует, она лежит с бокалом вина, ждет. Когда же уже спать? Сильно устали. Это потому, что завтра магия утра и пропаганда. Книжечку пропаганда обязательно прочитайте. И быть боссом на Литресе можете найти, прочитать. А также магия утра. Техника Apple обязательно вся. Мы Android запрещаем делать дизайнерам. Кухня Бибос. Мебель в Инстаграме можете заказать. Кайф, да? Посмотрите. Вообще слов нет. Ой-ой-ой, обои какие крутые. Там клинкерный кирпич на балкончике. Как кофейня маленькая. Ванна, халат. Висит. Версачи, ой-ой-ой, полуджакузи. Вот вам и бабушкина квартира. Подсветочка. Понимаете? Вот, все. Спасибо.
Вот так вот, без дизайн-проектов, что бы было, неизвестно. А вот дизайн-проект, вы сейчас сами все видели, какая будет комната, какой будет балкончик. Вот это кайф. Ремонт с дизайн-проектом – это избавление вас от головных болей и время экономия. И в итоге экономия на материале, на всем. Вы уже знаете после дизайн-проекта, сколько будет вам стоить ремонт. Материал, работа. И за рамки бюджета вы не вылезете. А так неизвестно что. Ну, знаете, дизайн-проект делают бедные люди. Дизайн-проект не делают. Наверное, люди с бедным мышлением, думая, что они сэкономят. На самом деле, когда делаешь дизайн-проект, мы этим людям всегда всем объясняем, что от наших партнеров туда весь материал в дизайн-проекте наших партнеров. Мы с ними работаем давно, мы за них ручаемся, они делают качественно, если что, мы их просто перегрызаем, и они все исправляют. Поэтому мы за них ручаемся, и они, из-за того, что мы постоянно наших клиентов даем в работу им, они делают скидку. В итоге дизайн-проект весь окупается. Да? Выгоднее же гораздо дизайн-проект делать. Конечно, конечно. Дизайн-проект – это неотъемлемая часть ремонта. Без ремонта, без дизайн-проекта ремонт как без карты. Это как остров сокровищ, да, вы карту ищете, там, или навигацию вы прокладываете, вы идете вслепую без дизайн-проекта, неизвестно, что будет в итоге. А так все продумано, все рассчитано, количество материала, сколько что стоит, все вы знаете наперед. И уже вы с открытыми глазами полностью понимаете, что вы получите в итоге, сколько вы на это все потратите. И также и специалисты понимают, к какому результату нужно прийти и что в итоге добиться, чего в итоге добиться. Да? А так очко получается без дизайн-проекта. Все, Кубани не видно уже? Полетели в окно. Посмотрите, а? Какой кайф, тихо, спокойно. Вообще никто не ездит. Классно, да? Прям как в Европе. Кстати, кто не был еще в Европе, обязательно съездите. Там один есть магазин, Mushrooms называется, в Амстердаме. Там привет всем передавайте.